Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт.
держать круг! Мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. За мной, ребята. Данила, стой на стреле. Мы с Артемом пойдем проверим зал. Так, вроде все тихо. Чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём.
делал-то, а? Противогазеты об этом не узнают. Артём, проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получится. Закончится когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотекарь. Артём, слушай внимательно. Библиотекари — одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу.